Хейо, гейсамишники, и мы продолжаем проходить игру под названием Кровавые пятна, либо просто Bloodstained. Окей, мы с вами где сейчас? Где-то здесь, да? Are you eating properly? Да, я хорошо питаюсь. Подожди, мне нужно вспомнить кнопки. Подожди, создать. Это все у меня есть, хорошо. Подожди, с тобой я могу поговорить? Походу нет, ладно. Можно сходить, в принципе... Подожди. Давайте сходим к мужику, который выращивает нам хавчик. Я скажу, так-то. Чё как? В смысле? Так уже сколько времени прошло, я в Bloodstained почти неделю не играл. Окей. Теперь пытайся вспомнить что да как. Окей, так, где мы остановились с вами? Мы остановились с вами... Вот здесь. Я помню, мы с вами были в мире, где всякая дичь происходит. Только где это было? Ну, Натя, где это было? Здесь, что ли? Нет. Так, давайте смотреть. Что-то я потерялся немножко, ребят. Что-то я заблудился. Тут. Там были дикие животные. Странные животные. Давайте сюда. Я действительно, я не помню, где мы были последний раз. Я помню, там были ниндзя. То, что я помню. Нет, это пещеры. Мысли, блядь. А где та локация, где мы были? Здесь? Кажись, да, здесь. Я помню, мы колокол ушли, поднимались вверх с помощью... Да, это оно. Кристалл новый. Усиливает силу, повышает вашу силу. Бля, оно... Это хрень атакует меня через стены. Ну, это гей. Ничего не понимаю. Новый демон зато получен. Сколопис, двойник. Страж бездны. Камикадзе ниндзя. Камикадзе Гушион. Камикадзе, возвращенная из мира мертвых пушка, которая пропала в замке, а теперь разлобилась на весь мир. Это было. Ладно. Yeah.
Нужно за хп смотреть. Потому что. А куда выгоднее идти? Подожди, давай сюда. Лучшие прически. Тупые макаки. Умри! Мать. Сложно. Прыжок, подожди. О, максимумом. Готово. Что там? А, врата демонические. Значит, здесь сохранение. Нет. Тихо. Ты будешь мне помогать, а то мне на тобой рухнет. Ай-яй. Ой-ой! Тихо-тихо, не-не-не, я понял. Снаряжение. Инвентарь. Где сейф, бляха-муха? Нос сломал, монтию получил. Там был босс, окей. Так, крыло демона. В сраку. Пошел в сраку, говорю же. Но это лучший вариант, как это дело пройти сейчас. Куда я иду? Нахера я иду? Еще один босс. Так, ритуал уже завтра, но у нас возникла проблема. Одна из выбранных нами детей, Мириан, впала в глубокий сон. И ее кристалл — это половина катализатора, который был нам нужен... Так, утратил свою силу.
Я подозреваю своего друга, но это не важно. Шансы на успехи ритуала резко упали, но мы должны все преодолеть. Ба! Не явился, но призыв окончился полностью успехом. Демоны хлынули в наш мир, подтвердив истинное верование гильдии и наша необходимость. Но я подумать не мог, что это приведет к тайной катастрофе. Ошибался ли я, слепо доверяя начальству? Ну а что сделано, то не сделано. Что сделано, то сделано. В чем херня? Мне просто сейчас придется идти назад, посмотреть, что там за босс был. Потому что здесь босс, там босс. Покемон. Сейчас пробежим на самом деле это дело. Это дело сейчас просто пробежим. Если даже сдохну, ничего страшного. Типа это лучший способ, как мне прийти туда. Оп. Комната плотника. Давай, атакуй его. Что он делает? Тихо, инвентарь. Так, инвентарь. Инвентарь. Так, инвентарь. Так, давай. Нужно было сразу поспедать. Давай, давай, давай. Это, если что, секретный босс один. Один из секретных боссов. Инвентарь. Спагетти? Больше он демонов вызвать не может. Yeah.
Да, хп у него до хера. Все, изи. Шквал зубил. Запустим серию так. Помесок. Это, если что, секретный босс был. Архивы, демоны. Демон лорда. Демон королевской крови владеет невероятной мощной магией. Так, о, Робис. Это не он. Главный плотник. Демон плотник, умелый призыватель. Вот он. Давайте смотреть его статы. Жизни 6666. Ну, вы сами это видите. Шквал зубил 15%, что он выпадет. А он выпал. Уровень 50. А, тихо. Так, инвентарь. Камень путешествий. Сейчас мы с вами... Блин, ну вот это был, ребят, вот такой вот босс секретный. Это почти те же боссы, как у нас были там. Там. Так, хорошо, погнали хилки покупать. Бля, я не знаю, может просто тратить уже на большие хилы? Hello. Чем я могу помочь? Подожди, давай. Is this... Then we have a deal. Thank you. Ни хера тебе не принесу, бабка, все. Гуляй, отдыхай. Че, вам осколок тогда давайте покажу. Стой. Нет, это не то. О, шквал зубил. Вот, это новый, короче, предмет. Шквал зубил, только не знаю, сколько он там наносит. Стамески запускает. Hi, Miri. What are we transmuting this time? I'll go with this. Сейчас мы побегаем с вами. Блин, мне бы еще идеальный меч там создать один нужно. Мне нужно какие-то ингредиенты, не помню какие. I can... What are you looking to buy? Is that... Thank you. Не знаю, мелкие хилки можно, в принципе, до конца не покупать, просто создать, чтобы было, да, и все. Остальное пускай валяется. Are you... What are we transmuting this time? I'll go with this. Готово. Потом сохранимся. Посмотрим, может, у нас еще новые предметы какие-то есть. I can buy... Я пытаюсь... Что я пытаюсь сделать? Я хочу создать, короче, самый мощный меч в игре. Я пытаюсь вот что сделать. Это довольно очень долго все делается. То, что я кушал, это я просто до хера нового всего посоздавал. Так, давайте мы сейчас подохнем. Я вам покажу новые вещички. Так, полетели. К этому. Так, ладно, давайте так. Наряжение, летающий меч. Что я там создавал? Но он очень... С большим уроном. Вы это увидите сразу. Вот этот, кажется. Большой меч победителя. 65, но я хочу улучшить его версию. Сделать его самым мощным. О, одеяние синоби. Ни хрена себе. Здравствуйте.
кольца, где минус все просто. Кольцо, от которого чаще выпадают предметы. Талисман с востока, дающий настоящему защиту божеству камня. Ну смотрите, плюс урон, плюс защита. Кольца были? А, подождите, так это кольца. Ну, в принципе, тогда да. Здесь у нас ничего новенького. Ну, что нам, короче, нужно для создания этого меча очень хорошего? Смотрите в ингредиентах. У нас, по идее, два уже меча есть. Идеальное копье. Мы с вами меч. Вот он. Короче, нам нужно вот этот меч за 57 урона. Видите, большой меч, от которого не уйти ни одной жертве. Наверное, он на всю карту. Нам нужен клык отродья какого-то. А из этого мы можем создать себе такой меч. 67. Потом вот этот, 84. Или я этот пытался создать, подождите. Я не понял, какой я хотел. Там... Подождите, так это не эти мечи, подождите. Там меч... Нас не на 100 чем-то урона? Походу нет. Защита... Можно такие покупать предметы... Блин, нужно рог демона найти еще где-то. Мне, короче, на урон нужно предметы искать. Рога демона мне нужно создать. По броне. Огненная кольчуга. Где вообще золото берется? Или оно создается? Черт, не шарю я. Ладненько. По хавчику приготовить что-то могу. Мясной отвар могу сделать. Яйцо, рис. I'll go with this. Так, создаем тебя. Great, I'll go with this. Бульончик варим. Great. Пейси. Давайте сразу его сожрем. Инвентарь. So shit. Спанчес. Хотя нет, сохранись. Так, идем теперь на телепорт. Так, мы нах... Короче, наверху дал, пытаемся. Тебе что нужно? Или сказать... А, там нужно демонов, да, поубивать? На демонов. О! Уже 42, потому что у меня костюм Синода. Так. Наверх. Сейчас пробежимся туда с помощью полета, как и прежде мы сделали. Туда немного, ладно. Интересно, не добегу я живым?
То есть, подождите. Т, это еще здесь. А я должен добежать, ладно. А, та броня у нас сломала эти предметы. А это не ломает. Да ладно, меня все равно не убьет. А поджарить могли запросто. Здесь просто сейчас жерлюрки закрываться будут, там просто нужно бежать. Ну, сундук восстановился. Ну что, боссик? Боссик, хорошо. А, по осколкам. Я не помню, мы, кажется, хотели поставить какой-то осколок. Где этот осколок? Сильно усиливаешь? Вообще не усиливает. Мастер минус. Так, мне нужно вот это, да? Мастер меча, кровавая полина, увидишь ваши параметры по мере уменьшения Z. Потому что мне не хочется тратить магию. Я ждал тебя, Мириан. Оскольчик нужно стереть с лица земли, так? Так. Но я не хочу испытать тебя, а не прикончить. Мне с тобой нечего делить, Зангетсу. Может и так. Но я говорю не о языке крови, если мы хотим достичь понимания, если только один путь. А теперь дерись, как будто на кону стоит твоя жизнь. О, стойте, я тут вещь понял сейчас. Оу. Ты реши, каким мечом ты будешь атаковать, приятель. Воу! У меня хотя бы мана восстанавливается. Все? Вау. Ну, блин, у тебя как-то очень много хп, не думаешь? Зангетсу. Наконец-то. Довольно. Как мне драться, буду на кону моя жизнь, если ты даже не стараешься. Ха, ты заметила? С твоих мастерством ты мог бы уничтожить меня за секунды. У меня для тебя подарок. Какой? Зангетсу то! Что ты делаешь?
Мой меч, Зонге Цато. Я прибыл в Англию в полом за демоном по имени Гремори. Сразить его можешь лишь этим клинком. Гремори? Это демон, что сопровождает Джибеля. Но зачем ты отдаешь мне меч? Я пытался найти Гремори, но так и ни разу не пересекся. Может, она тебя избегает? Похоже на то. И ты ведь заметила, человек, который ты ищешь, Джибель. Гремори им управляет. Но ее власть над ним не абсолютно. Быть может, ты заметила эти монеты так, в момент слабости, когда ее воля не столь сильна. Да, встреча на Галеоне. Хорошо. Это значит, что твоя жизнь, связь с Джибелем еще не сильнее, чем у Гремори. И она не знает, а значит, не позволит вам с ним остаться наедине, когда она появится, срази ее этим лезвием. Постой, а почему бы тебе не пойти со мной и не сделать это самому? Потому что если она боится меня больше, чем потерять Джибеля, то мы можем ее потерять. Я отомщу ей, так или иначе, даже если для этого придется отдать себе меч. А пока мы будем разбираться с Гремори, я решу кое-какие другие дела. Ладно, я закончу то, что ты начал. То, что я начал? Да, не сомневаюсь. Окей. Короче, с помощью этого меча... Да? Где он? Снаряжение... Меч... Зангетсу. Большой меч, тот, кто его носит, получил имя Зангетсу или рассекающий луну. Надеюсь, вы понимаете, о чем, да, это... Рассекающий луну. Это самый сильный, да, сейчас у меня меч? Да, это самый мощный сейчас меч. Но. Хотя пускай будет у нас сейчас он. А сохраняемся и, в принципе, заканчиваем серию. Рассекающий луну. Есть два места, где у нас была тёлка вот эта лунная. Лунная тёлка, поэтому... Давайте заканчивайте, в следующей серии мы с ней сразимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.